С начала пандемии число онлайн-пользователей старше 65 лет возросло. Именно для них компании «Т-Плюс» и «Энергосбыт-Плюс» совместно с социальной службой обслуживания населения разработали проект, помогающий выйти в интернет, даже если в доме нет компьютера. В народе цифровой сервис уже прозвали «Бабушка онлайн». Теперь с помощью специальных ТВ-приставок пользователи смогут вводить показатели счетчиков горячей воды и оплачивать квитанции, не выходя из дома. Закупили устройство, которое можно подключать к телевизору и пользоваться онлайн-сервисами любых организаций. Подробную инструкцию по передаче показаний мы специально подготовили и раздали жителям Самары. Для жителей Самары, для участников этой акции это будет бесплатно. На старте программы закуплено 50 ТВ-боксов. Пенсионерам их доставят на дом и помогут подключить волонтеры. Очень удобный, очень. Я даже мечтала об этом, потому что все, дочка что-то там просит, а я сама не могу передавать, а вот дочку прошу, а сейчас сама буду передавать. Также с помощью приставки можно будет просматривать онлайн-лекции и выходить на связь с врачом. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.